по сообщению синоптиков, в 9 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. До минус 20 опустятся столбики термометров в Акмолинской, Актюбинской, Североказахстанской, Карагандинской, Кустанайской и Павлодарской областях. А в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду. На горных перевалах до 30. Также ожидается понижение температуры воздуха ночью до 8 градусов мороза. В горных районах Алматинской области сохраняется вероятность схода снежных лавин.